Всем привет, это нацпроект «Экология», акция «Вода России». Мы были в Махачкале, мы были на Байкале, сегодня мы в Волгограде, на Дону. Нас становится все больше, огромное количество волонтеров из Волгограда сегодня присутствовали. И мы очищали берега Дона от бутылок и всякой разной грязи. Я хочу сказать всем и призвать всех, друзья, пожалуйста, убирайте за собой. Моя философия простая, я хочу, чтобы вода дышала. Присоединяйся к акции «Вода России» и давай сделаем все возможное, чтобы берега были чистыми.